Снимаешь, да? Снимаешь? Пожалуйста, не могли бы несколько слов поделиться, вот какие у вас глубокие скорбные чувства на сегодняшний день, потому что вот все говорят, что террористы не смогут никогда сломить Россию, сломить наш дух. Вот что вы сегодня испытываете, несколько слов, будьте любезны. Чувства. О погибшем. Вечный покой ему память. Спасибо вам. Спасибо. Низкий вам поклон. Спасибо. Сейчас я уберу его. Алло, вы где? Будьте любезны, вот вы от молодой гвардии сегодня вместе со всеми скорбим о жертвах, невинных жертвах во время теракта в метро на Лубянке, на парке культуры. Вот. И когда мы вместе, мы чувствуем, что нам переносить это гораздо легче, вот эту скорбь, эти потери. Скажите, что у вас сегодня на сердце, на душе? Будьте любезны, вы сегодня присутствуете. Я хочу сказать, что я очень сочувствую родственникам погибшим и приношу им свои соболезнования. Очень сильно соболезную. Желаю им терпения и мужества. Будем молиться. И надеюсь, что такого больше никогда не повторится. Нигде и никогда. И террористы получат возмездие человеческое и божественное, от Бога возмездие получат. Но не... Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.